Labas vakaras, labvakar. Apie aizsardzību studiju, kā всегда, каждый вторник и среда, я у вас передача «Гамта гида, гамта майтина», где я приглашаю на своих семинарах. Мои семинары каждую неделю в каком-то городе Литвы. Вторая неделя я приглашаю Клайпеда, можете, Кретинга. Третья неделя – Шауляй, Каунас, четвертая неделя – Вильнюс. Я продолжаю рассказывать, что мы делаем на этих семинарах, почему выгодно просто прийти на эти семинары. Хоть вы читали, может быть, все мои 55 книг, где я описываю свой 45 лет опыт и про свою систему, про их методику и про средства этой системы. И про каждый орган, как его восстанавливать, и про многие болезни. Ну, такие книги, да? Смотрите. В каждой книге в конце есть список книг, которые существуют на базе. Они должны быть в магазине, просто их там нет. Но если вы скажете, пусть, что вам эта книга нужна, они на базе закажут эту книгу и привезут в ваш магазин. Или пишите мне, я вам пришлю эти книги «Наше спасение знаний». Но почему я опять приглашаю на семинары, которые я с Гэгу уже месяц, начинаю опять на 11 месяцев такой цикл семинаров вести в Литве. На семинарах вы можете мной пользоваться иначе, как просто переписываться по интернету, да, или поговорить по телефону, потому что вы можете спросить индивидуальные вопросы, я отвечаю, и конкретно по вашим болезням и органам, или как вы, что там на прошлый месяц дома неправильно что-то сделали, какие были ошибки, и какие бывают, ну, например, заболела голова, або там кепи не заболела, спина. Из этого, когда вы кушаете салвию, микстуру, почему как будто хуже становится, как будто. Это хуже не может становиться, но человеку кажется. Потому что акме не растворяется, да? Они выходят в виде песка, это может быть чувствуется про этих тух же стаках, да, слабина стаках. Или в голове кальций неорганичный выходит, лечится склероз. Вы тоже чувствуете, ой, заболела голова, тромб какой-то вышел, ну раз это плохо, побольше воды пить надо, чтобы он выполаскивался. Ну так мы обсуждаем, какие шутки бывают, когда человек подключился к этой системе, да, или что-то неправильно понял, не так сделал, или он кого-то лечит, кто-то не слушается, дети или что, как обойти этого человека, как его, может быть, уговорить, заставить, или что-то невкусно, как это скушать лучше, как его выпить салвия, если салвия кушать, не может человек скушать, с медом есть, с кефиром смешать, ну, может что-то проглотить. Ну, так и вопросы обсуждаем, при том я делаю оздоровительный сеанс. Берите с собой мед, вода, друскас на этих семинарах, салфетки. Берите фотографии своих родных, которые не могут прийти, или животных даже, корова заболела, собака, ну, берите фотку, или на бумажку напишите имя, мне не надо даже фото, да. Или я никого не вылечила, который проклятие, я на месте снимаю проклятие, заклинание, безбрачный венок, может быть, по работе не везет, в семье не везет, детям не везет, мы на все на месте можем обговаривать, и как будто клуб оздоровительный получается, не только семинары, потому что я знаю, что многие люди останутся на все 11 месяцев, да, и будет какая группа, с кем можно достичь какой-то уровень, а некоторые просто будут послушать или почитать книжки, а некоторые останутся, и мне с ними интересно работать. Теперь я расскажу больше, как салвию кушаем. Салвию можно купить по аптекам Рамунеллис по всей Литве, и магазины Свекатас, и Алеюс. Или приезжайте в Ригу, или по интернету высылаем, да? Но микстура Илзы это тоже очень важна. Я сейчас расскажу, что она содержит, как ей можно пользоваться. И не только пить,
И как снаружи можно пользоваться? Тепала салвио и микстура илзита. Конечно, она на основе я придумала только 6 лет назад, а салвио уже 40 лет по аптекам. Латвии, литовцы приезжали покупать. Это чудо. Все органы можно восстанавливать. И каулы кремжи с этими дикими растениями. Без диких растений что-то вылечить невозможно. И поэтому все эти болезни считаются невылечимыми. А на семинарах я расскажу причины этих болезней. Медицина же не рассказывает. Почему скидлоки не дырбали, а не слишком много работает. Что она хотела? Его просто вырезать. Ну как же так? А надо человеку рассказать, как ты допустил такого, да? Что она не работает. Как надо было, что она хотела, что она не хотела. И так про каждый орган мы будем говорить на семинарах, и в моих книгах это описано, да. Но мы, в основном все-таки салвия. Я придумала, фирма Салвия делает, я только автор, и фирма Салвия делает с умедом. И она делает разные чаи, да. И порошок салвио, да, и он восстанавливает все органы, но сделали перед этим, как до костей доходит, а фактически придумала каулы кремжли восстанавливать, санарес тубурис. Но микстура помогает в этом. Мы столько много сладостей кушаем, сладкие напитки пьем, что просто каулы разрушаются, стубурис. А? И я придумала микстуру, в которой на основе разные соки из шахнис, и настойки, и экстракты, каулажала на основе, значит, каулы восстанавливает. И все эти, которые, тут 9 для нерва, 9 для сердца, но 9 для каулы. Айр шахнис, барнелеши шахнис, каулажала для каулы, пипермята для каулы, гуда белый, нервы лечит, маленькое давление поднимает, маленькое снижает, да, снижает, регулирует спаудимость, а? Но для каулы очень важно, каштаны, каулы восстанавливают, но они обезболивают, и так же, как айрс, шахнис, а? Против боли, как анальгетика работает, чага, берзу йодас из гриба, я, тут гуд, ну и угняжала, медатка, каждая женщина знает, миомы лечит, и все они, которые восстанавливают каулы, кремжли, они все против рака, антираковые действия, антивежность, я. И снаружи тоже очень помогает. Только снаружи мы ничего не можем вылечить, но снаружи идет огромная помощь. Кассу, что на кожу, что за 3 секунды крауес, тренс, дыв, трис. И очень огромная помощь идет. Втереть надо сонар, стубур, подошвы. Если не кур, не кас, не скауда, то натираем спранду и подошвы. Подос натираем до красноты, и получается акупрессура. Мокрыми пальчиками мы можем по глазам, чтобы никакая катаракта глаукома не было, и глазные нервы потринты. И волосы падают, мокрыми пальчиками делаем массаж головы, волос отращивается, шевелюра большая, да, красивая. Ну и, конечно, можно рот полоскать, ангина, если есть, да, пить, натереть. Пользоваться так микстурой снаружи и снутри. И тепло салвио, смотрите, тепло салвио и свистос. Но чудеса делает это тепло. Это не действие химическое, это энергетика, информативное воздействие, магическое. Перед этим я снимаю проклятие, черт выгоняю, что надо, делаем на зону. Я скажу, где зона. И что делать, когда ничего не перейти на геопатогенную зону, головой на север, и начинаем работать по этой системе. Смотрите YouTube, смотрите мой сайт, смотрите, пишите и читайте мои книги. 55 книг на литовском языке будут еще. Приезжайте в Ригу, если серьезно, и ждите меня в Литве. Жду вас на моих семинарах. Звоните, пишите. Совместными силами придем, все в порядке. Ачисто, слушали, судил.